Больше всего времени дома в эти дни проводят школьники. Каникулы у них начались раньше срока и продлятся до 1 апреля, а далее дистанционное обучение. Сотрудники отдела надзорной деятельности призывают родителей провести с детьми беседы о правилах пожарной безопасности и самим помнить о мерах предосторожности. Хотелось бы обратиться к гражданам, еще раз провести беседы со своими детьми, в частности, по пожарной безопасности. Объяснить детям, что чем опасна шала с огнем, чем опасны игры с электрооборудованием. Также хотелось бы обратиться к самим гражданам, у которых будут выходные с 28 по 5 апреля. Также обратить внимание на электропроводку, электрооборудование, которое находится у вас дома. Если происходит складирование каких-либо горючих материалов на лестничной клетке, на путях эвакуации в вашем жилом доме, обращаться в обслуживающую организацию. Если обслуживающей организации у вас нету, то есть большая просьба попытаться своими силами очистить данные пути эвакуации. Огнеборцы напоминают номер пожарной охраны со стационарного телефона 01, с мобильного, даже в случае отсутствия сим-карты, 112.